Вот-вот ей исполнится 76. Она родила единственную дочь от Яна Орлозорова, но сбежала от мужа во Львов, обвинив во всех смертных грехах. Наша героиня настроила дочь против родственников со стороны отца и не общалась с бывшим мужем 24 года, хотя позволила знаменитому супругу оплатить дорогостоящее обучение дочери в институте. Как сложилась непростая судьба Йолы Санько, первой и единственной законной жены Яна Орлозорова.